общем-то, и жизнь тоже. Около 5 лет тому назад, ну, может быть, чуть больше, у меня был обнаружен сахарный диабет. И когда мне об этом сказали, у меня был просто шок, потому что я знал, был знаком с людьми, у которых, так сказать, эта проблема. Я знал, как они мучаются, я знал, какие у них проблемы. Я знал, каких эмоций им стоит все это перенести. Это все это отвратительно было. Я был просто вот, ну, прибит, что называется. Но тем не менее, я всегда это говорил и буду говорить. Я благодарен врачам, которые меня, что называется, вовремя поймали. Они меня вовремя поймали, я стал принимать официальные лекарства, которые, так сказать, приписаны, они во всем мире, эти лекарства известны. Все вроде бы, казалось бы, хорошо, все нормально, все здорово, но это лекарство дает побочный негативный эффект. Должен сказать, что практически все официальные лекарства дают негативный побочный эффект. То лекарство, которое я принимал, давало негативный побочный эффект на почки и печень. Первыми заговорили мои почки. У меня там стали образоваться такие кристаллы. Это даже был не песок, такие какие-то кристаллики небольшие. У меня была операция, и как только прошла эта операция на одной почке, буквально где-то через неделю у меня заговорила другая почка. Ну, заговорила, понятно, в кавычках, да. Это ужасное, неприятное ощущение. И, в общем, как я себе понимал, что да, я, так сказать, медленно, но верно буду отходить от диабета, может быть, да, он на каком-то уровне будет сохраняться, но, тем не менее, какой-то контроль будет. Но с почками вот будет вот это. И тут мы были дома с супругой, это был выходной день, стали смотреть, кажется, какой-то это был вебинар, и женщина рассказывала о том, как она вывела своего мужа вот из этого состояния. То есть у него был точно так же, как у меня, диабет второго типа. И она назвала продукты, которые ему помогли. И вот самым первым продуктом это был продукт Норм. Мы к этому времени уже были в компании. То есть к этому времени я уже попробовал, что такое избавиться от зубной боли. Это, так сказать, был продукт. Но вот Норм – это было то, что мне было просто необходимо. Норм и еще 2 продукта. Я могу их назвать. Это Мелс и Альт. Вот они идут в совокупности, так сказать, вот с этим. Эффект был удивительный. Я просто пошел, положил это под язык, как это положено. Включил телевизор, там какая-то передача шла. А должен еще сказать, что пальцы моих ног, они не имели. Вот даже после приема вот этого официальных лекарств из аптеки. Они не имели, и они были постоянно холодными. Это было отвратительно. На ногах пятна, кровоточащие пятна. Такая, это то, что называется мокрой гангреной. В общем, было неприятно. Так вот, 15-20 минут прошло после того, как я их положил под язык, они стали растворяться. Такое тепло пошло, пошел такой жар туда, в пальцы, в ноги, что, честно говоря, я даже испугался. Я что-то подумал, как-то странно все это, какая-то реакция удивительного организма. И я стал принимать это все 3 раза в день, после завтрака, обеда и ужина, запивая, после того, как все это растворится, стаканом холодной воды. Так вот, мой сахар сейчас уже в течение более 2 лет 5,5-5,7. Вышел, не поднимается. Врачу, у которого я наблюдаюсь, это очень нравится. Он, правда, не знает, я не хочу его обижать, он, правда, не знает, что, так сказать, я, ну вот, я вот принимаю вот это дрожже. Я принимаю это дрожже, и это дрожже, оно действительно делает удивительные чудеса. Друзья мои, если у кого-то вот есть такая проблема, я просто вам очень рекомендую. Вот есть такое понятие панацея, да, слово такое есть, панацея. Вот все говорят, ну что это панацея, разве это может быть панацея? Я вас уверяю, вот это та действительная панацея, которая существует, которая есть в природе, которая дает наша компания ЭПЛ. Для того, чтобы сказать «да» или «нет» продукции нашей компании, я считаю, что нужно сначала попробовать. За все те годы, что существует наша компания, я не слышал, не знаю, и нигде это я никогда не наблюдал, чтобы кто-то сказал: нет, вы знаете, это все ерунда, это все не помогает, этого быть вообще не может. Что-то такое, какие-то леденцы, и ты их кладешь под язык, и здравствуйте, и все прошло. Уверяю вас, вы попробуете, и вы поменяете, совершенно радикально поменяете свое мнение. Это действительно здорово.
Это принесет вам радость жизни. Это принесет вам сознание того, что вы начнете понимать, что вот эта ваша проблема, ваша болезнь, она не вечна. Вы можете от нее избавиться. Она уйдет в прошлое. Это очень здорово. Я вам всем советую. В первую очередь для тех, у кого, так сказать, вот проблема, та проблема, какая у меня. И вообще, господа и дамы, приходите. Вы получите необыкновенный результат, положительный результат и никаких побочных эффектов. Ну, а вот на этом я о продукте и о своих результатах закончу. Далее я сейчас предоставлю слово управляющему директору, нашему потрясающему Алексу Кузнецову.